Давай опять же будем отталкиваться от политики, будем отталкиваться от руководящего состава Российской Федерации, когда несколько лет назад была утверждена медаль «Есть герой России, а есть герой труда». Ты знаешь, это вот стимул безумно был нужен. К сожалению, в последних 20 лет он был потерян. Это мы начинаем от того, что любой труд, начиная от, может быть, дворника, от скотовода, от медицинского работника, о нем должны знать. К сожалению, последние 20 лет все стремятся быть кем? Раньше стремились в 90-х годах кем быть? Бандитом. Да, значит, дальше. Кем должны были быть? Банкирами. Кем должны быть? Значит, юристами. Да, это уважаемые профессии, но мы забыли, что есть просто ПТУ, где обучают на водителей, на крановщиков, на сварщиков, в конце концов, на поваров. Все профессии, опять же, все профессии требуют своего уважения, и все профессии мы ценим. И масс-медиа вот как раз и нужно для того, чтобы поднимать этот престиж и брать интервью, скорее всего, не у олигархов, миллиардеров там или суперменов, а, скорее всего, брать у простых ребят, которые работают, опять же, теми же водителями, теми же крановщиками, показывать, что престиж работы, он без них никуда не денется. И самое, что интересное, вы посмотрите, ведь процентов 30 тех же ребят, узбеков, таджиков, которые приезжают, да, и занимают рабочие места тех русских пацанов, которые могут реально зарабатывать себе на семью, себе на пропитание, в конце концов, опять же, на имидж. Если мы будем показывать, то я думаю, что мы сделаем очень много.